цена только сегодня. Главный товар дня по исключительно низкой цене. Внимание! Специальное предложение только сегодняшнего дня. Что значит главный товар дня? Это тот товар, которым мы гордимся. Гордимся его историей, гордимся ценой. Это именно тот товар, который выбирают миллионы наших телезрительниц. Бальзам «Доктор Гоу» сегодня становится спасением для каждого. Это брендовое предложение нашего телеканала. Бренд «Доктор Гоу» специализируется именно на товарах для решения проблем с опорно-двигательным аппаратом. И сегодня вот это предложение в двойном размере по цене распродажи. 999 рублей сразу за годовой запас. Здесь 1000 миллилитров. Сразу два флакона по одной цене. Представляет этот товар наш эксперт с 20-летним стажем в рубрике «Здоровье» Василий Репин. Василий, мне очень интересно, почему сегодня все миллионы наших телезрителей выбирают для себя именно фитобальзам «Доктор Гоу»? Я думаю, перво-наперво, потому что номер один проблема – это суставная боль в первую очередь, друзья. Вот она. Посмотрите, коленный сустав не дает покоя. Даже в то положение, когда мы с вами решили отдохнуть во время сна. Боль пульсирующая, боль колющая, ноющая. Идут воспалительные процессы, идут отеки, артриты, артроза, ломота в суставах. Но, друзья, посмотрите, за счет исключительно натурального состава матушка природа постаралась. Здесь масла, экстракт крапивы, экстракт прополиса, экстракт женьшеня, друзья. Масло хмеля, масло ши, камфора, масло оливковое, никотиномед великолепно, пчелиный воск, масло чеснока, редкий компонент. Где вы еще такое встретите? Встретите у нас в нашем наборе крем-бальзам «Доктор's Go». Для того, чтобы не болели суставы, для того, чтобы не было ломоты, для того, чтобы снять отеки и воспаление, мы применяем это скорая помощь нашему организму. Например, артриты и артрозы, друзья. Посмотрите, пожалуйста, как мы с вами сейчас это делаем. Остеохондроз подсказывает мне, поясницу прострелило, что делать? Что делать? Небольшое количество крема натурального состава. Втираем в область поясницы, радикулит, прострелы. Вот здесь, посмотрите, исключительно 100% натуральный состав легко впитывается, не оставляет следов на одежде. Все, и здесь у нас купируются воспалительные процессы. Мы говорим более стоп. Также бывает еще и в области шеи. Шейный остеохондроз тоже небольшое количество крема. Посмотрите, прямой эфир, как это быстро. Да, плечи гордо расправляем, снимаются здесь зажимы. Кровь питает хорошо кислородный мозг. Но, посмотрите, попрошу присесть. Колени, друзья. Вот они, ломота в коленях. Расходиться надо с утра, а мы не можем. А теперь можем, потому что вовремя, прямо с утра, когда заболела, легкими, неспешными, массирующими движениями втираем в область колена и питаем надкостницу. Самое главное, друзья, питаем межсуставной хрящ. И это не просто доктор бальзам «Доктор Гоу». Это специальное предложение сегодняшнего дня. Это тот товар, который мы выбрали сегодня только для телезрителей телеканала Шоппиншоу. Тем более, что бренд «Доктор Гоу» изготовил это предложение только эксклюзивно для нашего телеканала. Ни в одном другом магазине, ни в одной аптеке вы не найдете этого чудодейственного средства. Вот я встретила соседку свою, Анну Сергеевну, ей 74 года. Так ты знаешь, она жаловалась на боли в коленях, в суставах. Я ей помогала иногда даже сумки поднять на 7-й этаж. Сейчас она летает. А в чем дело? Я говорю: Анна Сергеевна, вы просто помолодели. Деле, вы летаете. А она говорит: а я, говорит, смотрела ваш телеканал. А знаешь, из чего все начинается? Друзья, давайте посмотрим. Заказала «Доктор Гоу». Вот наш коленный сустав. Так. Верхний и нижний. Между ними природа дала межсуставной хрящ. Прослойку, да? Своеобразный амортизатор. Вот они не соприкасаются, у нас нет болей, у нас нет дистрофических изменений. Как только у нас начинает источаться межсуставной хрящ, вот он у меня в руках. Так. Что происходит? Возьми, Лена, пожалуйста. Так, спасибо. Вот он, верхний сустав полез на нижний. Это же вот больно. Они боли, вот они трутся друг на друга. И вот хорошо подпитать суставы и межсуставной хрящ кремом-бальзамом «Доктор Гоу». Вот оно спасение. Вот для того, чтобы суставы не скрипели, чтобы не было ломоты, питаем этим кремом межсуставной хрящ и питаем свои суставы и верхний, и нижний. Избавляемся от боли, от ломоты. Вот поэтому твоя соседка и порхает. Слушайте, и вы так будете. Конечно, это как масло для наших суставов. Порхайте, носите себя гордо и всегда люблю. Конечно, хочется носить и красивую обувь, и красивые платья. И вот именно сегодня
сегодня, когда у нас с вами такое уникальное предложение, вы можете себе это позволить. Но давайте посмотрим, как смазываются наши суставы, как это происходит. Вот наш сустав, верхний и нижний, между ними межсуставный хрящ. Посмотрите, суставы, хрящ истончается, трутся друг от друга, это больно. И вот посмотрите, бывает даже такое дистрофическое изменение хряща. Я говорю сейчас об артрозе, и хорошо, вот посмотрите, крем-бальзам начинает питать суставы. Крем-бальзам начинает питать надкостницу. Таким образом, друзья, мы исключаем соприкосновение верхнего и нижнего сустава, питаем межсуставной хрящ, то есть доктор Гу, этот крем-бальзам, который устраняет первопричину артритов, артрозов и радикулита. Давай расскажем, Василий, как пользоваться нашим бальзамом, чтобы сразу все могли понять, когда он подействует. А вот наша гостья и показывает, только заболел сустав, сразу с утра. Намазали. Вот с утра расходиться нужно, а нам тяжело. Вот так неспешными движениями, массирующими, здесь было достаточное количество крема, посмотрите, он не блестит. Намазали и сразу, посмотрите, вы сразу можете на коленник, он же на локотник из верблюжьей шерсти, вот так вот укутали бережно, чтобы ни одна целебная молекула, посмотрите, как удобно не вышла, а работала на питание, друзья. Василий, а за счет чего работает это питание? Что смазывает наши суставы? А за счет натурального состава исключительно. Здесь есть масло ши, здесь есть масло чеснока, здесь есть масло прополиса, это важно, 0% химии. Глубоко, моментально проникает через кожу в надкостницу. Посмотрите, экстракт крапивы устраняет воспалительные процессы. Прополис – это боли в суставах, идет уменьшение. Экстракт джиншини стимулирует обменные процессы, тем самым улучшает циркуляцию крови. Стальник восстанавливает нашу с вами кожу. Хмель, друзья, укрепляет капилляры, то есть даже самые мельчайшие сосуды. Все это натуральный состав нашего крема. Да, конечно, мы получаем целый годовой запас, и это 100% натуральный состав. Почему миллионы телезрителей выбирают наш телеканал? Потому что мы готовы удивлять, мы готовы изменить вашу жизнь лучше. Вы меняетесь, дарите себе здоровые суставы вместе с нашим спецпредложением сегодняшнего дня.